Привет, мои дорогие рукодельники и рукодельницы! Вы на канале Рукоделие Наслаждение, и с вами Наташа Дуд. Итак, давайте в сегодняшнем уроке... Телефон перебил мою речь. В общем, сегодня в уроке мы вывяжем образец для кардигана нашего, который мы будем вязать. Как я уже говорила в прошлый раз, я хочу образец вывязать из этой вот светленькой пряжи для того, чтобы хорошо было видно. И что я забыла сказать в прошлый раз? Забыла сказать размеры по сантиметрам. То есть я сказала кардиган размер, да, 52, что мы будем вязать, но я не сказала объемы, обхваты, да. Тогда просто легче вы себя померите и будете знать точно, если подходит. То есть обхват бедер 107 сантиметров. Обхват груди 101 сантиметр, длина рукава 61 сантиметр, здесь горловиночка 23 сантиметра, высота кардигана от плеча вниз 64 сантиметра. И вот здесь вот обхват руки достаточно широкий, 36 сантиметров. Вот, и это вот высота проймы будет 26 сантиметров, то есть достаточно тоже как свободноватая вот здесь. То есть, потому что рука, на которую я вяжу, более широкая. Дальше. Вот схема нашего узора. Давайте я так задержу, чтобы вы могли, если что, для себя скопировать ее. Ну, в интернете тоже можно. Я ее в интернете нашла, просто сейчас не помню ссылочку. Если я найду ссылочку, я постараюсь под видео в инфобокс поставить, если тут... плохо, но неудобно, то можно оттуда распечатать. Здесь указаны все ряды абсолютно. И это все ряды указаны, как они выглядят с лицевой стороны. Поэтому дальше все пустые клеточки, это лицевые петли. Вот такие вот горизонтальные, это изнаночные. Вот эти две вместе с наклоном влево и с наклоном вправо. Дырочка такая, это накид. Вот это интересный такой узорчик. Это вы вставляете спицу, два раза обволакиваете и вытаскиваете. Это получается вот эти вот длинные наши протяжки такие, видите? Для удлиненных рядов вот этих вот. И да, а это три вместе. Три вместе. Вторая сверху должна быть для образования вот этих вот красивых рубчиков. То есть, если мы неправильно, когда три вместе провязываем, если мы неправильно поставим эти петли, то не будет вот этой красивой косички сверху, которая идет. Так, раппорт узора 10 петель, высоту 14 петель. Спицы, еще раз повторюсь, 3,5. И у меня узор, получается, когда, то он идет 22 петелечки, 22 петли. В 10 сантиметрах, то есть вот это до этого момента, вот это 22 петли, и это 10 сантиметров. То есть вы когда вывяжете свой образец, простираете его, разложите, если у вас тоже получается в 10 сантиметров 22 петли, то вы со мной, то есть у нас плотность вязания, все одинаково. То есть, а если не сходится у вас не 22 петли, тогда нужно будет посчитать для вашего изделия, или если у вас размер другой, да, то вам уже нужно будет посчитать петелечки. Итак, давайте начнем сейчас набирать петли. Я предлагаю набрать 2 раппорта. То есть здесь у меня 3 раппорта провязано, и мы наберем 2 раппорта, вывяжем как бы вот так кусочек, да. Вывяжем здесь, получается, узор, например, высоту 2 раппорта и кусочек вот лицевой глади, для того, чтобы посмотреть, как с пряжи смотрится узор. Но если хотите, вы можете и 3 раппорта, да, вывязать. Просто я, чтобы время сохранить, да, буду 2 раппорта показывать. Так, давайте возьмем. Для утолщенного края нам нужно взять наш край, вдвое сложить. Я сложу, видите, вдвое идет. И вот здесь у меня
Так, берем ниточку, как обычно мы берем, да? Только вот эту краешку сюда тоже ложим. То есть оно немножко похоже на крестообразный набор петель, но не совсем. И так, первую петлю мы захватываем, провязываем и затянули. Теперь берем вот этот хвостик, который у нас остается, и ложим его вдоль спиц и придерживаем. Я всегда набираю на 2 спицы начала наборного края, для того, чтобы низ не затягивался, петельки, чтобы не затягивали, чтобы низ был свободный. И так как в этом узоре вряд ли будет растягиваться, ну, конечно, зависит, да, от ниток, то есть как хлопок, он может и потянуться, да, но как акрил, шерсть, по идее, оно не должно потянуться по низу, поэтому не страшно набирать на 2 петелечки, на 2 спицы. Что со мной такое? Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 2 кромочные наберем. Все, видите, у меня получается с одной стороны здесь двойная ниточка, но нитки, но петли мы набираем одинарными. И просто вот этот вот край, совсем край, да, он у нас идет немножко уплотненный. Для не, с толстой пряжи, если вяжете, то, конечно, для некоторых изделий такое не подойдет. Но именно для этой модели ажурной это достаточно неплохо. Здесь я так делала, мне очень понравилось. Так, снимаем и начинаем вязать. Смотрим по рисунку. У нас идут лицевые петелечки. Все, вяжем первый ряд легко и просто, просто лицевыми петлями. Вообще рисунок очень красивый и, мне кажется, все равно достаточно простой. Но может он немного сложный, но если хорошо разобраться, то достаточно просто вяжется. Есть похуже, да, рисуночки? Вот. Оригинальный, симметричный, такой именно классический, да, свитер будет, кардиган, потому что, да, люди как постарше, как бы хотят классику, не обязательно хотят что-то молодежное, да, непонятное. Так, все. Провязали лицевыми петлями, переворачиваем. И следующий ряд у нас идут изнаночные. Но обратите внимание, что этот узор, он указан как бы с лицевой стороны. Поэтому изнаночные петли должны у нас быть по лицевой стороне. Это значит, а мы вяжем, сейчас мы сейчас находимся на изнаночной стороне. Поэтому второй ряд мы вяжем тоже лицевыми. Потому что мы с изнанки находимся, мы вяжем их лицевыми, а на лицевой стороне они будут выглядеть изнаночными. Потому что нам нужно создать вот этот рубец, между которым будут такие вот протянутые у нас петли. Довязываем лицевыми до конца края. Эти ниточки достаточно тоненькие для того, чтобы легкий был кардиган. Я пробовала на спицах потоньше вязать, но не получается тот же эффект. Поэтому эти спицы были самые оптимальные для этого рисунка и для этой пряжи. Дальше у нас идут вот эти наши такие вот круги интересные. И сейчас я вам покажу, как их провязывать. Первую петельку кромочную мы снимаем. Вторую мы вводим. Спицу, видите, сюда правую спицу вводим в левую, под левую петлю лицевой, да, 2 раза, видите, обмотали и протянули сюда, раз, снова то же самое вводим, обматываем, протягиваем, видите, как бы 2 получается, да, их снова 1, 2 провязали. 1, 2 провязали. Снова 1, 2 протянули. Попробуйте, это очень-очень легко. Может быть, выглядит как-то запутанно,
Но это очень легко делать. Просто, смотрите, обмотали, придержали пальчиком и просунули в петелечку. Раз, два, протянули, отпустили, да, и петелечку сняли. Раз, два, сняли. Раз, два, сняли. Раз, два. Для меня, кстати, вот этот вот петля, которую я сейчас вяжу, это новое. То есть я никогда вот эту петелечку раньше не вязала. То есть не попадалась мне в узорах такая вот петля. Но когда я почитала и поняла, как ее вязать, оказалось очень просто, легко и интересно. То есть я рада, что у меня в рисунке будет такой вид петелечки интересный. Всегда, знаете, когда вяжем много, всегда хочется какого-то разнообразия. Но потом, когда я довязала это, у меня была паника. Думаю, как же теперь у меня в два раза больше петель. Поэтому пошла еще раз внимательно. Почитала и поняла, что их не будет в два раза больше. Как я вязала этот рисунок по описанию. Вот, ну, было достаточно легко. Смотрите, после этого ряда, вот этот ряд, с которыми, вот эти с накидами нашими, это был лицевой ряд с лицевой стороны. Дальше у нас идет изнаночный ряд. Но этот изнаночный ряд должен быть с лицевой стороны, а мы сейчас находимся на изнаночной стороне. Поэтому, хоть мы, нам нужен изнаночный ряд, но мы его вяжем лицевыми, потому что с изнаночной стороны они будут лицевыми. Смотрите, дальше у нас идут вот эти пары петелечек. Видите, одна идет вот вниз, а вторая обкручена. Если мы просто вводим сюда вот, видите, спицу и провязываем, и снимаем. Наш накид раскрывается, видите, снова в одну. За одну стеночку, да, а вторую просто снимаем. Раз, и он раскрывается так. Раз, смотрите. Слетел. Видите, вот эти двойные наши, они так выглядят. Очень интересно. Даже весело. Тут даже не нужно. Можно очень быстро вязать, потому что просто сюда вводите, и он раскрывается. То есть ничего сложного абсолютно. Но эффект получается интересным. Видите, узор идет очень быстро. Ну, хотя здесь два раппорта, но очень быстро вяжется. Видите, мы уже под конец подходим. Упс. Смотреть, чтобы эти накиды все распускались, да, чтобы мы их сняли с петли. Все. Переворачиваем. И у нас, смотрите, какая красота. Вот эти наши протяжечки раскрылись. И получаются такие красивые длинные петелечки. И потом эти длинные петелечки, они еще зигзагом станут, да, когда мы начнем вывязывать продолжение нашего узорчика. Дальше. Дальше у нас идет лицевые петли. То есть мы уже только что два рубчика сделали изнаночные, сейчас идут лицевые. И этот ряд мы просто вот нормально вяжем лицевыми петлями. И что интересно, что эти вот растянутые петли, они у нас укрепленные. То есть, когда мы сейчас вяжем, мы их не можем вытянуть, потому что они в другом ряду, вот эти удлиненные. Потому что, когда первый раз я образец вязала, я думаю, ой, вдруг я сейчас потяну петлю, да, и вот нижний ряд, вот эти вот длинные петелечки, вдруг они куда-то денутся, но они никуда не деваются. Итак, продолжаем. Наш след, мы один лицевой провязали, и второй должен быть лицевой. Но так как мы с изнаночной стороны, мы их вяжем лицевыми. А нет, мы их вяжем изнаночными, простите. Да. Потому что с лицевой стороны должно быть два лицевых ряда. Значит, этот ряд вяжем изнаночными.
немного другой вид схемы, чем я привыкла. Обычно изнаночные ряды, они либо не указаны, да, либо как-то там мы их вяжем по рисунку, но, либо они так и указаны изнаночными петлями. Но этот рисунок немножко по-другому сформирован, и если привыкнешь к нему, то уже легко и понятно все. Все провязали. И у нас здесь на лицевой стороне сформировалось два лицевых ряда. Переворачиваем. Пока что рисунок он хочет у нас закручиваться немножко, да, так. Ну, после влажной обработки я другой образец просто намочила в воде, разложила его на полотенце, и он у меня высох. И все. Так, дальше. Седьмой ряд. Лицевая, накид, 3 лицевых, 3 вместе, 3 лицевых, накид. Все. Ничего сложного. Так, берем первую, снимаем, лицевую провязываем, накид, 3 лицевые. Раз, два, три. Дальше 3 вместе. Как я это делаю? Я, в общем, можно разными способами. Можно снять 2 первые петли, третью провязать и потом протянуть эти. Я, в общем, делаю так. Я ввожу, видите, я эту петлю вообще не трогаю. Именно прихожу и во вторую ввожу спицу. Потом придерживаю эту петелечку. Одеваю. То есть я, получается, как вторую и первую меняю местами. Поменяла их местами, видите? И теперь просто в 3 петли я вставляю спицу. Вот, ввела спицу в 3 петли и провязываю их просто лицевой. То есть у меня вторая петля, она идет по верху и образует такой рубчик. Дальше у нас идет 3 лицевые снова. Накид. И снова мы переходим в начало края ряда, так как у нас идет второй раппорт. После накида 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. И снова нам нужно 3 вместе и поменять вот вторую и первую местами. Ниточка вот эта должна быть за работой. В общем, я пробовала разными способами, но мне неудобно как-то переодевать и нитки тонкие и скользкие, и эта петля хочет соскочить. Поэтому для меня было самое удобное вот это придерживать эту петлю как ногтями, да, и переодевать. Потому что дополнительную спицу ради одной петли мне было неудобно. Но, может быть, у вас есть более легкий способ, к которому вы привыкли, то вы его используйте, пожалуйста. Все, и сейчас мы 3 лицевые провязываем, накид и кромочная. Переворачиваем нашу работу на изнаночную сторону, и 8 ряд идут просто изнаночные петли. И накид провязываете таким образом, чтобы там образовалась дырочка, да, значит, за ту стеночку, которая более длинная. Сейчас дойдем до накида, и я покажу. Вот наш накид, смотрите, он вот так вот лежит. Если я провяжу за переднюю стеночку, дырочка не будет образовываться, но за заднюю стеночку будет дырочка. Вот, провязали. Просто как бы вы ни набрали накид, смотрите, чтобы провязывать за более длинную стеночку, чтобы не было перекрещенной петли. Если вы перекрестите, то дырочки уже будет практически не видно. В ажурном узоре очень важно формирование этих же самых дырочек. Все, 8 ряд мы провязали, мы уже близимся очень быстро к концу нашего раппорта. 9 ряд, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе, 2 лицевые, накид, лицевая. Поехали. 2 лицевые, 1, 2, накид, 2 лицевые и снова 3 вместе. Поддерживаем эту петелечку, переодеваем и провязываем 3 вместе. Дальше идет 2 лицевые, накид и 1 лицевая. Все, раппорт закончился. Возвращаемся на начало ряда. И у нас идет снова 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе.
три вместе, две лицевые, накид, лицевая и кромочная. Переворачиваем и вяжем все петли изнаночными. Так провязали изнаночный ряд. И следующий у нас ряд 11. Очень интересный ряд. Начинается с накида, потом 2 вместе с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе, лицевая, накид, 2 лицевые. Поехали. Так, первую кромочную снимаем, после чего у нас идет накид. Потом нам нужно провязать 2 вместе с наклоном влево. Смотрите, первую петлю переодеваем, вторую провязываем и потом первую петелечку переодеваем на вторую. Все, 2 вместе провязали. Лицевая, накид и 3 вместе снова нам нужно сделать. Я захватываю и придерживаю эту петлю. Пряжа скользкая, всегда хочет ускочить. Так же самое бордовая моя тоже хочет ускочить. Все, 3 вместе провязали. Дальше у нас идет лицевая, накид и 2 лицевые. Раз, два. Все, возвращаемся на начало ряда. И у нас начинается ряд с накида. Накид, потом у нас 2 вместе идут. Вторую провязываем. И первую переодеваем на вторую. Таким образом. Потом лицевую вяжем. Накид. Одна лицевая. И снова нам нужно провязать 3 вместе. Переодеваем первую и вторую, меняем местами. Вторая идет по верху. Первая сзади работы. Ниточка сзади работы рабочая. И 3 вместе провязываем. После чего у нас 1 лицевая, накид и 2 лицевые. У меня почему-то 3 их здесь. И это проблема. Поэтому нужно вернуться и посмотреть, что произошло. И где произошла ошибка. Потому что если вот это вот, смотрите, у меня смещение неправильное, то рисунок не получится. Сейчас мы все вернем и посмотрим, что произошло. Потому что мы хотим, чтобы рисунок был правильным. Давайте посмотрим с самого начала. И вот здесь, видите, вот в самом начале произошла ошибочка. Так, я распускаю до конца ряда. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас было. Накид, 2 вместе, лицевая, потом должен был быть накид, и я пропустила вот здесь 1 лицевую петлю. Сейчас нам нужно эти 3 поменять местами. Выношу прощение, прошу прощения за то, что так получилось, но у меня нет возможности вырезать этот кусочек, ошибочку, поэтому потерпите со мной. Вот, значит, накид, смотрите, у нас начался кромочная, накид, потом вот мы 2 вместе провязали, потом после 2 вместе лицевая, потом накид и лицевая. Вот эту лицевую я пропустила только что. И теперь у нас идет уже все правильно по рисунку. Переодеваем, провязываем 3 вместе, потом идет лицевая, накид и 2 лицевые. Возвращаемся на начало ряда. Накид. После накида у нас идет 2 вместе. Переодеваем. Так. После 2 вместе идет лицевая, накид и вот же она, еще одна моя лицевая. Теперь мы будем 3 вместе делать, видите, и будет правильно, так как центральная у нас с косичкой. Меняем местами. Три вместе провязываем. Потом лицевая, накид и 2 лицевые. Этот ряд уже все было правильно этот раз.
переворачиваем на изнаночную сторону и целый ряд провязываем просто изнаночными. И 13 ряд у нас идет лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, накид, 3 вместе, накид, лицевая с наклоном вправо, 2 вместе и накид. Так, поехали. Первая петля лицевая. Потом у нас идет накид. Потом нам нужно провязать 2 вместе с наклоном влево. Поэтому первую снимаем, вторую провязываем, первую переодеваем. После этого у нас идет 1 лицевая, потом идет накид и 3 вместе провязать. Меняем местами. Провязываем 3 вместе. После этого накид, лицевая. И вот здесь 2 вместе с наклоном вправо. Мы их вот так подтягиваем. И нам нужно захватить их слева. 2 петелечки слева направо и провязать лицевой. Потом у нас идет накид и возвращаемся на начало ряда. Лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево. Провязываем. Перетягиваем. После этого 1 лицевая, потом накид и 3 вместе идут. Провязываем 3 вместе. Потом у нас снова накид. Лицевая, снова 2 вместе с наклоном вправо, они встречаются у нас только в этом ряду, в этом рисуночке, с наклоном вправо, слева направо провязываем и изнаночную. Следующий ряд вяжем изнаночными. Вот мы провязали, видите, вот у нас прорисовывается наш рисунок. Здесь эти вот 3 дырочки, рисуночек и рисуночек. Дальше это вот как у нас кардиган будет идти. По низу будет везде-везде идти рисунок и зигзаги, которые после блокировочки будут очень красиво смотреться. Дальше что нам нужно сделать? Нам нужно разделить рисунок на 2 части. То есть нам нужно отделить вот эту часть от раппорта, да? Там, где у нас будет просто лицевая гладь идти. Итак, отсчитываем 10 петель и ставим маркер. Ну, плюс кромочную. Смотрите, именно посреди работы у нас, получается, стоит маркер. Мы будем представлять, что эта часть у нас спина, а эта часть у нас лицо. Передняя часть кардигана и спины. А дальше, что я сделала? Смотрите, я хоть раппорт заканчивается вот здесь, я еще для симметрии сделала один ряд, вот эту изнаночную, да, вот этот вот рядочек я сделала изнаночные, вот эти вот кружочки и еще изнаночные, повторила вот здесь вверху, после чего начала продолжать уже лицевой гладью. И так дальше делаем еще вот этот вот наш, вяжем один ряд изнаночными, потом закрутяшками нашими и снова изнаночными. И после чего повторяем вязать раппорт, половину изделия делаем раппорт, половину просто лицевыми петлями. И потом покажу, что получилось. Я думаю, что это реально вывязы, да? Вот раппорт и дальше лицевые. В общем, давайте сейчас провяжем. Вяжите сейчас один рядочек изнаночными петлями. Неправильно говорю. Вот, лицевые идут. Если мы начнем сразу изнаночные, у нас не получится. Давайте вяжем один ряд лицевыми, переворачиваем и еще один ряд лицевыми. Так, провязали по лицевой стороне лицевыми, по изнаночной стороне лицевыми. И на лицевой стороне у нас сформировался этот вот рубчик изнаночными. Следующий ряд у нас идут наши петли с закрутишками. Или как их назвать? С накидиками с двумя. Вставляем. Закручиваем и вытягиваем. Вяжем до конца ряда. И это вот наш второй рубчик сформируется. Провяжем. Потом по изнаночной стороне лицевыми, для того, чтобы с лицевой стороны был этот рубчик. И вяжем до конца. После чего замачиваем наш образец, разлаживаем, высушиваем и замеряем. Если у вас
в 10 сантиметрах 22 петли, то у вас все получается и вяжем со мной. Ну все, всем пока!